Всем привет! Приветствую на канале Алекс Аверс, друзья. Сегодня в обзоре у нас вот такой мишка, шикарный, замечательный мишук. А вопрос будет такой, друзья: может ли мишка играть в футбол? Как вы думаете? Маша, к тебе вопрос. А Маша — это моя юная подписчица, начинающий блогер. Она очень увлекается всякими течениями, там блогерскими и так далее, изучает спрос, придумывает что-то свое, всякие лайфхаки, ну и так далее и тому подобное. Тебе большой привет, очень. И этот тест уже на внимательность, он начался, кстати. Может ли мишка играть в футбол? Да, конечно, он же олимпийский, друзья. Вот такой мишка у нас есть еще в обзоре. Это тест для юной подписчицы Марии. Ну, а если серьезно, как бы да и так, и обзор у нас сегодня по двум будянским мишкам. Вот такое у них отличие. Форма одна вроде бы, да? Смотрите, вот это хотелось бы прояснить, что это за шов такой у него на шее, который разделяет, грубо говоря, плечевую зону от, ну, самого туловища. Это две формы составные, их потом как бы сводили. Потому что отлить там цельного мишку, ну, наверное, на тот момент не было технологической возможности. Многие фигуры керамические составлялись из нескольких частей. Ну, как правило, это две части было. Вот такой красавец мишка у нас. И один, и второй. Друзья, вы напишите, какой вам больше понравился, с мячом или без мяча. Вначале он был такой, а потом стал такой. Это же олимпийский мишка, поэтому он умеет играть в футбол. Вот так. Собственно, просто хотел вам показать, насколько бывают разные фигуры. Какие серии бывают. Есть много людей, которые коллекционируют именно олимпийских медведей. Просто медведей, просто животных. Ну вот у нас в данном случае два мишки производства фарфорового завода в городе. Он ПГТ, наверное, все-таки Буды. Будянский завод. Даже вот здесь еще и подписан. Видите, то есть наверняка приобретался в 80-м году. Я, к сожалению, его тогда не мог приобрести. Мне было там чуть больше 2 лет, друзья. Вот такой красавец. И один, и второй. Пишите, голосуйте. Ну, голосуйте громко сказано. Просто пишите ваш комментарий, какой вам мишка понравился больше. Машенька, ты тоже пиши, какой тебе больше понравился. С кольцами, вот такими красивыми, и с цветной символикой Олимпиады, или с мячом. Мишка-футболист. На этом, друзья, у нас обзор закончен. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно. И пишите, что хотелось бы увидеть в обзорах. Все, пока.